Думаю, что ни для кого не секрет, что Маша Лебедева любит покрывать свое тело татуировками. Свою первую татуировку Маша сделала 10 лет назад. Она призналась, что решение приняла быстро и ей было совсем не страшно. Сегодня у Маши около 40 различных татуировок. Начиная с изображений знаменитых женщин на коленях и заканчивая татуировками на лице и шее. Также есть много незаконченных татуировок. В этом случае Маша просто набивает новую. Также фраза «Мавера», которая на лбу, стала одной из самых дерзких тату спортсменки. В переводе с латинского эта фраза означает «иди вперед». Но несмотря на такой мотивационный призыв, Маша хотела бы свести эту татуировку с лица. Первое тату Маши сделал ее друг самодельной машинкой, а первым ее рисунком было ее же имя. Но через пару лет она его перекрыла. Маша признается, что в старшем возрасте не стала бы такое бить. А у меня на этом все. Услышимся!